Вот мы находимся на перекрестке Советская, Абая. Вы видите, какая ситуация интересная. То, что много машин, вы, наверное, обратили внимание, что очень много машин. Вот там мы видим магазины тоже. Раньше были женские отделы. Вот этот обком. Красиво здесь у нас. Видите, как все организовано. Красиво. Сам обком, только теперь с другой стороны видно. Ну вот. Ну тут, наверное, известный всем на углу был магазин «Алмаз». Сейчас там тоже на первых этажах этого дома многие всякие магазины, обуви, одежды. Это тоже модный магазин. «Алмаз» сейчас совсем в другой стороне, если он там вообще существует. На улице Жданова, по-моему, там, напротив оптики. Вот такая ситуация.